продолжении темы. Несмотря на то, что правительство начало реализацию программы постепенного снятия режима самоизоляции, многие люди по-прежнему остаются дома. Волонтеры из «Молодой гвардии» партии «Единая Россия» раздали подарки многодетным семьям. Конфеты и пирожные, книжки и, конечно, по-прежнему актуальные средства индивидуальной защиты, маски и санитайзеры. Эти небольшие подарки предназначены для десятков многодетных семей, проживающих на территории микрорайона «Эковидное». Акция была приурочена ко Дню защиты детей. Молодая гвардия «Единой России» Ленинского городского округа поздравляет всех детей, а также их родителей с наступающим Днем защиты детей. Желаем вам крепкого здоровья, счастья, успехов, добиваться своих целей и радовать нас своими поступками. Акция по формированию и раздаче подарков многодетным семьям состоялась в рамках реализации федерального партийного проекта «Крепкая семья». Ее инициаторами стали председатель Совета депутатов Ленинского городского округа Станислав Радченко и депутат Артур Григорян. Все, кто в этот день получили подарки, были рады еще одному неожиданному знаку внимания. Достаточно часто получаем помощь, какую-то поддержку, что-то для детей, в том числе развивающие, какие-то поездки, экскурсии, что-то в любом случае всегда есть поддержка. Подобные благотворительные акции проводятся волонтерами «Молодой гвардии» на постоянной основе.